Устранять выявленные недостатки в социальном жилье застройщик обязан в течение 5 лет бесплатно в рамках гарантийных обязательств. Не меньше срок по закону предусмотрен и для работ по капитальному ремонту. Вот только дождаться самого капремонта в Иркутской области не так-то просто. Причина банальна. На всех не хватает квалифицированных подрядчиков. В официальном реестре их около 200, но работают профессиональные строители в основном в крупных городах Прибайкале. На периферии, например, в Зиме, Заларях, Бадайбо, Магистральном, торги по выбору организации признаны несостоявшимися. В целом, выполнение программы капремонта в регионе пока далеко от идеального. В 2019 году еще не завершены работы в домах, которые должны были быть выполнены еще осенью 2018-го. Счет таким объектам идет не на десятки, на сотни. В текущем году в планах еще 748 домов. Для них предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Собираемость взносов в фонд капремонта тоже не идеальна. Лишь 60% жителей региона оплачивают счета регулярно.